Надо просто холодный элемент проставить. А можно открыть? Открыть. Да, Ну, а если зима, то ему там не холодно. Нет, конечно, да, получается, что, ну, вот как туда попадет теплый воздух, мы его закроем. Дальше закрутим вот эту пробку до конца, и воздух перестанет попадать. А ему это... достаточно такого объема воздуха, потому что здесь будет несколько литров, и для крокодила это с головой достаточно. Но рептилии вообще потребляют очень мало. А при минус 20 он замерзнет? Ну, если будет на улице, естественно, это моментально остается, в принципе, да. А для перенести вот так вот? Ну, вот в таком вот боксе не замерзнет, я же говорю, получается, что туда не попадает. Ну, также известные ведь и холодильники, очень популярная вещь, как холодильник именно часто используют люди. И, ну, также он держит тепло, соответственно, точно так же.